Привет, дорогие друзья! Мы тут плаваем в бассейне. Да. И как вы думаете, какая это игра? Прямо сейчас напишите в комментариях, что же это за игра. Мы будем здесь кататься. Лиз, давай я оставлю вагонетку. Да. Ой, я поехал. Ты один поедешь? А, тут только одноместная. Так, я тоже сейчас. А, я лучше вот так поеду. А, так нельзя. Так нельзя, скорее бери. Ой, тут мы, короче, это какие-то горки длинные. У меня белая. Я хочу от первого лица. Это огромные просто горки. И кто угадал, что это за игра? Тех мы пролайкаем. Да, напишите комментарий. А кто-то уже написал, кто-то не написал. Почему я вылетел из вагонетки? Ну, в смысле? Вернись тогда. Или ресетнись и заново. А мне вагонетка сбила. И я полетел. Но я ресетнулся. Я тоже ресетнулась, потому что вагонетка уехала без меня. А точнее, она залагала, потом просто исчезла. Так, сейчас пацан, потом следующий ты поставишь вагонетку, потом я. Давай. Ой, фиолетовая, как раз. Мой любимого цвета. Вот наверное, нельзя от первого лица играть. Можно, а у меня беленькая. Почему нельзя? Можно, я же себе делала. Ну ладно, не будем от первого лица с вами тогда. Вот так. Ну нифига себе, даже получше. Повороты. Ой, я тебя догнала. Слышь. Ты сейчас выпадешь. Не выпала еще пока что. Прикольная такая игра. Да. Кстати, ребят, напишите в комментариях, вы играли в какую-нибудь игру? А, точно, про вопросы дня забыли, да, ребят? Лиз, давай, теперь ты говоришь вопросы дня. Так, вопросик дня. Какой же вам задать вопросик дня? Даже не знаю, сейчас надо подумать. Какой у вас самый любимый блогер? Вопросик дня. Я думаю, вы напишите, что мы... Кстати, знаете, откуда мы начали говорить вопросик дня? Я раньше, пока мы сделали свой канал, очень любил смотреть Евгена Бро. И решил с него тоже говорить вопросики дня. А чего? Ну, скопировал там немножечко. А мы потом в рот к этому пацану зайдем или куда-то. Интересно. Кстати, ребята, на картине мы... Я еду. Кстати, это сине-фиолетовый. Я выпала! В смысле? А вдруг и я выпаду? Так, ладно, сейчас заново поедем с вами. Я ресетаться не буду. О, вот, можно вот так нажать сюда, и ты будешь от первого лица. Да? Вот так, типа... Ой, можно тормозить вот так, нажимать на эту кнопку. Да? Как дальше ехать? Ой, ёлки-палки, я чуть не выпал. А, ну все, я буду ресетиться. Пук. Пацан, толкни меня. Чего мы все заели? О, я себя подтолкнула. Ой, ёлки-палки, это так реалистично, ребят. Я тить-калатить. О, все, я разогналась. Нормально, ёпарас. Это что так? Ой-ой-ой. Главное не вылететь нафиг. Блин, от первого лица как-то страшно даже, да? Ага. Как будто сейчас вылетишь. А прикинь, в реальной жизни. Ой, это было бы очень страшно. Прям очень. Мне еще вагонетка перевернулась. Я теперь назад еду задом. Это еще страшнее. Ой. Рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться. Это и члены избирательной комиссии, и наблюдатели. Контактов с этими людьми. А почему у меня вагонетки нет? Те, кто придет голосовать. Нам нужно защитить тех, кто... Смотрите. Мне пациент толкнул, я выпал из мира. Да, мне такое же было, только меня никто не толкал. По нашему аппарату, который у нас... Центральной избирательной комиссии. На данный момент 74%. Ты что, вылетела? Да! Это так прикольно выглядит, я к тебе в телефон посмотрю. Это не прикольно. Ну, страшно очень, да? Давай еще раз, Степка, ты уже... А я уже качусь.
Может, я тебя догоню, так я на розовенькой? Ребят, если... А напишите в комментариях, вы когда-нибудь катались на американских горках, похожие на эти? Пацан, не мешай мне! Если да, то напишите в комментариях. Если да, то мы пролайкаем, да? Да, мы всех пролайкаем, мы всегда читаем комментарии. Кстати, если не катались, тоже пишите. Мы все равно лайкать будем. Мы вас очень любим. Да, и хотели ли бы вы покататься на таких горках куда-нибудь? Я бы не, если честно, потому что это очень страшно. Если честно, я тоже. Прикинь, ты вылезешь. Тут обострёшься. Нет, ну тут бы специальные стенки сделали высокие, чтобы не вылететь. Да, но все равно опасно. И надо... Я тебя вижу. Я тоже тебя вижу. Может быть, сейчас встретимся. Ага, и ты меня перегонишь или выпадешь даже. Ну хорошо, что в Роблоксе можно возрождаться. Пацан! Да? Да ты нормальный или нет? Вот здесь где-то. Он сейчас так выгнал. Дурак. Дурак, честное слово. Так, все, ура. Он ушел отсюда. Поэтому я сейчас разгонюсь. Я себя подтолкну. Вот я поняла. Тут, видите, есть кнопочка, чтобы себя подтолкнуть. Это хорошо. А где она? Вот, сюда вот так нажимаешь, и вот так тынь. И погнал. Я вылетел! Да что за приколы? Почему постоянно все вылетают на том месте? Кто-то вообще доезжал хотя бы раз? Там надо на тормоз нажимать. Реально. Надо попробовать, кстати. В рискованных случаях на тормоз. Вон там, где все время... О, у меня голубая. Вон там, где все время вон то, вот эти вот повороты, ну, где вот эти штуковины, я буду на тормоз нажимать. Кроме самых верхних, если там на тормоз не нажмешь, ты, по-моему... Я в бок повернулся. О, здорово, я тебя вижу. Я погнала еще раз. О, вот это я... Пацан, ты будешь ехать? Стёп, ты будешь ехать? Я нажимаю подтолкнуть. Да вот так вот. Еще нажимаю. Тут очередь сейчас выстроится. А? Короче, я сейчас побегу просто. Ну ладно, пацан. Ты пацан, и я выпал из мира. О, все, ура, наконец-то. Я смогу поехать нормально. О, я в черный, прям как я. Я тоже в черный. Мы вдвоем в черный. Эй, пацан, ушел. Или может не пацан. Да, вот там надпись была. Не забудьте использовать тормоза, когда это необходимо. Все. У тебя там по-русски просто написано, поэтому я поняла все. А почему у меня тормоза не работают? Работает, что не работает? Да задержать их можно. А, вот подтолкнуть надо нажать. Ну вообще без тормозов таких. Прикольная игра. Я сразу увидела на обложке такую длинную-длинную дорогу. Думала, блин, надо зайти. Мы сразу таки надо зайти. И, конечно же, снять для вас видос. Мы видосы для вас начинаем заснимать в любом просто случае. Если вдруг нам опять что-то пришлют, или даже кто-то не из подписчиков пройдет секретная посылка, то тогда мы обязательно снимем видос. А те, кто отправит нам посылки, мы будем отправлять посылки письма в ответ. Так, тут тормоза чуть-чуть. О, есть! Нет! Рано радовалась. Ай-яй-яй. Ладно, еще раз поедем, так уж и быть. Я думаю, как он... Кстати, знаешь, там пацан мне на вагонетку с самого начала нажал. Так, я разгоняться не буду, только если я остановлюсь, то тогда буду разгоняться. Так не буду просто так разгоняться, а то опасно. Вот я остановилась, можно разгоняться. Ой, я вижу тебя, или это не ты? Может, это ты? Да, это ты, привет, я еду.
О, привет. Ёлки-палки, я тормоза отпустила, сам как поедет. Так вот здесь, по-моему, надо использовать. Не тормози, Сникерсни. О, пацан, спасибо, что подтолкнул. Степка, давай, едь. Морской парад в этом году самый масштабный по количеству участников. Больше эффектного вида. Вот тут горочка, и она нам всем поможет. Вот здесь надо, да? Ну, да. Где там следующая надпись будет, я не знаю. Ну, Степ, ты везде так будешь тормозить. Зачем? Когда будет следующая вот эта вот как табличка тогда? Вот на следующей, по-моему. Вот на той надо остановиться. Ну, на табличке. На табличке, да? На табличке, да. А где табличка? Вон, сейчас скоро приедем до нее. Как в начале была табличка. Вон, да? Вон там. Ну, табличка, ёк-макарёк. Я таблички не вижу. Да вон табличка, ёк-макарёк. Я случайно. Понятненько. Вот тут вот главное не вылететь. Тут тормоз. Так, чуть-чуть разгонимся. Ай, почему я умер? Медленно спуститься вниз. Фух. У меня зеленая. А, вот такие таблички, которые да, наверху. Да, я же говорю, как в начале были. Да пацан, ушел. Жопа такая. Сейчас сами убедитесь. Рассказ от первого лица. Я сейчас нахожусь на финальном этапе. Он взял и остановил меня. Идёныш. Фух, я вроде уже как немножечко научилась и уже поняла примерно где. На резких поворотах. Обязательно нужно нажимать на резких поворотах и на резких спусках. Я почему я их не вижу, потому что я от первого лица. А я от первого лица больше не буду, так как мне неудобно. И я точно вылечу от первого лица. Вот, видишь, тут резкие повороты и резкие спуски. И поэтому вот, как на резких поворотах, я обязательно нажимаю тормозить. Ну, когда таблички надо нажимать на тормоза. Да, и еще резкие повороты. Видишь, сколько у меня резких поворотов? Я нажимаю тормозить, чтобы я не вылетела. Вот, а то если бы я сейчас не нажала, я бы точно вылетела. Фух, это, конечно, рискованно. Тут очень много резких поворотов пошло. Такое чувство, что я скоро выпаду, но не дай бог, потому что я как бы... Да, много прошло. Уже проехала, очень, да, очень много я прошла. Так, опасно. Тут медленно спускаемся. Вау! Так, так. Вон, вижу скоро табличку. Я уже скоро доеду. Где останавливаться? Ребятушки, я приехала! Ты что, в бассейн вылетела? Да, я приехала. Все, машина моя там. И я приехала. Где очень много резких поворотов. Я буду все время нажимать на тормоз, но отжимать. Потому что я по-любому выхожу. О, можно еще поехать туда наверх и вернуться обратно. Но это я сделаю позже, когда я дождусь тебя. Креслице такое. Да блин. Я не успел нажать. А куда? А это где? Ну я же говорю, я приехала. Открытие 32-х летних игр, напомню, первый канал показывает. А, тебе в другой бассейн ты залетела. Я не приехала. Я в коричневый. Нет, тогда тормоз почему-то не нажал. Точно, надо зажимать тормоз. Спорт развернется перед вами по щелчку мыши. У меня на этом все. Сейчас премьера. Музыкальный фестиваль «Жара. Открытие. Гала-концерт». Я какаю. Ну, не тази. Ты кекаешь? Да вот унитаз стоит, и я на нем сижу. Видео 14 минут длится, а я никак не могу уже прийти.
Ты как-то пришла, а я не могу прийти. Так, ладно, добрый вечер, дорогие пока. Друзья, привет всем тем, кто мечтал о настоящем. Я еще куда-то еду. Смотрите, наверх я поехала. Это я, видимо, вернулась, я поняла. О, не вижу, это... Нет, это не ты. Ой, я тебя вижу. О, и тебя тоже вижу. Видите, там Степка? Я вернулась. Очень прикольная игруха. Опа. Опа. И... Все, мы приехали. Так. Тормоз. Блин. На резких поворотах лучше использовать тормоз. А то наверняка, чтобы ты не вылетел. Чуть-чуть разгонись, чуть-чуть разгонись. Все-все-все. Дальше сам поедешь. Сколько зим холодных, ты не звонил на как красиво ты его так же сильно, как меня. Ту-т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 у. Послушайте пока музон. Вот тут вот сейчас тормозит. Я знаю. Ну все, ты застрял на месте. Угу. Нет. Вот, притормози тут надо. Все, отлично, отлично. Я притормаживаю. Притормаживай. Вот, повороты, видишь? Ты будешь на них притормаживать. А, вот, сейчас можно. Сейчас еще. Сейчас разгонишься как. Еще раз можно. Сейчас. Там же, видишь, отчет идет. Полюбишься, сильно, как меня. Тун-т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 ун. Я чуть не выпал. Задом идет. Я задом еду. Ребят, на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем ставьте пика-пика. Лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем пика-пика. Пика-пика.